Засуха 2010 года в Поволжье стала предметом международной научной конференции, проходящей в Поволжском государственном техническом университете. Как влияют исключительные погодные условия на частоту и размах лесных пожаров, а также на сельскохозяйственные процессы? В Йошкар-Олинском политехе, позиционирующемся в последнее время в качестве научного центра рационального природопользования, в ближайшие 5 дней будут изучать национальные, региональные и международные аспекты проблемы противостояния человечества аномальным погодным катаклизмом. Аномальная засуха лета 2010 года и в особенности ее последствия живо заинтересовали ученых всего мира. Последствия ее сказываются в самых разных уголках Севера Евразии до сих пор. Чего ждать, к чему готовиться и как противостоять? Именно ученые могут выработать совместные рекомендации. И лучше, если местом научных диспутов будет типичный регион, в полной мере подвергшийся аномальной жаре 2-летней давности. Предсказания будущих изменений климата как раз и сводятся к тому, что будет больше экстремальных явлений, особенно во внутренних частях материков, так как вот где находится ваш регион. Поэтому это влияние засухи на ваши экосистемы представляет интерес и в глобальном масштабе. Из-за этого сюда приехали специалисты из Европы, из Америки, чтобы оценить это на месте и применить эти знания к другим регионам. Мы дожили до времен, когда аномальные явления погоды волнуют глобальное научное сообщество уже не только в фильмах-катастрофах. Вполне себе голливудский типаж. Менеджер НАСА, бывший наш соотечественник, работавший, кстати, в гидрометцентре Советского Союза, Гарри Гутман, считает, что космический мониторинг – лишь первый шаг к умению землян противостоять неожиданно возникшим природным аномалиям. Мы можем только сказать, как спутниковые данные помогают отслеживать это и оценивать то, что происходит сразу или там впоследствии. Вот, так что в основном задача – это именно проанализировать то, что произошло, и потенциал мониторинга. А как уже внедрять и предотвращать – это немножко другая и другие инстанции. Не астероид, не цунами, а всего лишь лесной пожар в чрезвычайно благоприятных условиях, когда жара под 40 и в течение длительного времени не выпадают осадки, способен нанести по меньшей мере экономический ущерб, а в худшем случае поставить под вопрос существование человечества. И в этом смысле большая открытость общества тоже своего рода способ противостоять аномалиям. Как, например, решить проблему оперативной ликвидации лесных пожаров, если подробные топографические карты в нашей стране или секретные, или старинные? Мы провели такую оценку вот силами общественности, и оказалось, что есть большое существенное разночтение между оценкой площадей официальной статистики и вот такой оценкой. И это, мне кажется, один из очень больших и значимых результатов, потому что это привлекает внимание к проблеме пожаров и позволяет гражданскому обществу самому осознать эту проблему. Изучать последствия засушливого и пожароопасного лета 2010 года ученые будут не только в уютных кабинетах и аудиториях. Запланированы их поездки на лесные гари и участки усыхающих спустя год после жары и пожаров ельников.